Lekcja pierwsza. Урок первый. Кто это? Что это? Кто это? Это Анна. А это кто? Это Ната. А кто это? Это кот. Это почта? Почта. А это что? Это банк. Окно. Окна. Почта. Что? Кто это? А это кто? Это Анна? Это почта? Это Анна. Это банк. Лекция друга. Урок второй. Где он? Где она? Где они? Где Катя? Катя дома. А Юра? Юра на почте. А тетя и дядя? Тетя и дядя на работе. В дому. Дома. В праце. На работе. Тетя. Тетя. Вуек. Дядя. Лекция третья. Урок третий. Как тебя зовут? Как вас зовут? Девочка, как тебя зовут? Меня зовут Катя. А брата Ани как зовут? Брата Ани зовут Дима. А как зовут сестру Ани? Сестру Ани зовут Нина. Как вас зовут? Меня? Меня зовут Андрей Петрович. А как зовут шефа дяди? Его зовут Борис Андреевич. Як маш на имя? Как тебя зовут? Мам на имя? Меня зовут? Як пан, пани, ма на имя? Как вас зовут? Як шеф ма на имя? Как зовут шефа? Witamy w Lingo. Rosyjski raz a dobrze. Jeśli chcesz, pomożemy ci szybko nauczyć się języka rosyjskiego. Русский алфавит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, и краткое К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Лекция четвертая. Урок четвертый. Где ты живешь? Где вы живете? Таня, где ты живешь? Я живу в Москве на Арбате. А ты? Я живу в Гданьске на улице Садовой. Петр Александрович, где вы живете? Я живу в Санкт-Петербурге на улице Герцена. А вы, Сергей Михайлович и Анна Петровна? Мы тоже живем в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Петр Александрович, где живет семья Юры? Его семья живет в деревне под Москвой. Где мешкаешь? Где ты живешь? Мешкам в... Я живу в... При улице? На улице. Где пан мешка? Где вы живете? Я мешкам в Санкт-Петербургу. Я живу в Санкт-Петербурге. При улице Херцена. На улице Герцена. Również. Тоже. При проспекте Невском. На Невском проспекте. Родина. Семья. Вещь.